В селе Павловка Унического благочиния Брянской области воссиял светильник благодати. Здесь состоялось освящение новопостроенного храма в честь воздвижения креста Господня. Особой радостью для прихожан стал приезд главы Клинцовской епархии епископа Владимира. Приветствовать нашей Павловской земле. Взаимно рад с вами. Спасибо. Владыка совершил чин освящения храма и возглавил божественную литургию, которая стала первым богослужением новой церкви. История села Павловка берет свое начало, предположительно, в 1660-х годах, как Слобода Павлова. Приходской храм воздвижения креста Господня упоминается с 18 века. Спустя столетия здесь возродилась духовная жизнь. Первый камень в строительстве Дома Божия был заложен в 2003 году. В 2005 был поставлен сруб. Строительство продолжалось долгих 13 лет. Люди, прихожане, ходили, молились, душу свою очищали, венчались, исповедовались, причащались и уходили в мир иной, здесь отпевали. Вот мы с этих соображений для поднятия духовности в стране и в духовности, в частности, здесь, в окрестной в деревне Павловка и в окрестных деревнях, мы решили и построить храм всем миром. На стенах еще мало икон, практически отсутствует церковная утварь. Но народ Божий уже спешит на службу, чтобы услышать церковное песнопение и вознести молитвы Господу за своих родных, село и мир во всем мире. Глубоко символично, что он был воздвигнут и назван в честь воздвижения чесна Лежетворящего Креста Господня. Многие жители хотели, чтобы здесь был храм. Молились об этом. И вот Господь послал такого человека, как Иван Иванович, который подъял на себя большие труды, внес немало средств, а самое главное, он вложил сюда свою душу. Во внимание к трудам во славу Святой Церкви архипастырь вручил к титуру храма епархиальную медаль священномученика Дамаскина епископа Стародубского первой степени. Строителям храма в дар были преподнесены складни икон Спасителя и Божией Матери.